Эй! Да, начальник. Это ты, Иосиф? Да, это я. Я много слышал о тебе. Это тебя выгнали из дома Путифара? Да, понимаю тебя. В этой тюрьме много чего происходит. Слушай, а ты не мог бы помочь мне с одним вопросом? Я сделаю все возможное, чтобы помочь вам. Спасибо, подойди сюда. Слушай, есть у меня тут одно дело. Почему вы такие грустные сегодня? Вчера ночью увидели сны, но никто не может объяснить мне. Разве толкование снов не принадлежит Богу? Расскажите мне ваши сны. Твой Бог может объяснить нам наши сны? Интересно, насколько хорошо будет толкование моего сна. Тогда послушай мой сон. Во сне я увидел перед собой виноградную лозу. На ней было три ветви. Как только они начали цвести, распустились цветочки и созрели виноградные кисти, я взял виноград, выжил виноградный сок в чашу фараона и дал ее фараону. Что бы это значило? Вот что это значит. Три ветви – это три дня. В течение трех дней фараон остановит ваше положение. Ты будешь снова служить фараону, как недавно сделал это виноградник. Слушай, мой суд. Хорошо, говорите. Мне тоже приснился сон. На моей голове были три корзины с хлебом. В верхней корзине были все виды выпечки для фараона. Прилетели птицы, ели их из моей корзины. Вот что это значит. Три корзины – это три дня. В течение трех дней фараон вытащит тебя из темницы. О, я тоже буду освобожден. Вытащит тебя, ты будешь висеть на дереве. Птицы будут есть твою плоть. Что? Ты врешь? Когда у тебя будет все хорошо, вспомни меня, расскажи про меня фараону. Меня насильно вывели из земли евреев. Даже здесь я не сделал ничего, чтобы находиться сейчас здесь. Хорошо. Часто туда живет Абаду. Дорогой фараон, днем и ночью геодезисты прилагают все усилия, чтобы выяснить это. Правда? Перейди мне информацию, которую вы нашли. Пап, пожалуйста. Вы отлично поработали, но эта цифра не избавляет меня от переживаний. Есть другой способ пересказать количество осадков? Геодезисты делают все возможное. Священники даже регулярно выполняют обряды, чтобы пошел дождь. И даже лучше в этой сфере, в поисках этого решения. Какая польза от них? Многие люди пострадают, если над этим лебедь плохой урожай из-за отсутствия дождя. Вы можете уйти, министр. Покрой меня много людей, но никто мне не подходит. Принеси мне немного вина, я хочу напиться сегодня. Ваше Величество, вы выглядите очень обеспокоенным сегодня. Что-то не так? Мне приснился сон, но я не могу понять, о чем. Вы встречались с астрономами или читателями снов? Я уже видел их, но это было все бесполезно. Было то,
что я должен был сделать, но я только что вспомнил это. Что это? Когда я был в тюрьме, мне приснился сон. В тот момент, когда я сильно переживал, что никто не может объяснить значение моего сна, молодой иврит толковал его для меня. Вскоре этот сон сбылся. Все оказалось именно так, как он мне это интерпретировал. Я был восстановлен на свою должность, и главный пекарь был приговорен к смертной казни. Когда я вышел из тюрьмы, мальчик просил вспомнить о нем, но я забыл его. Если это правда, принеси сюда этого мальчика сейчас. Как тебя зовут? Я Иосиф. Мне приснился сон, но никто не может его истолковать. Но я слышал, что ты понимаешь и умеешь толковать. Я не могу это сделать. Бог даст вам ответ во благо. Ты мне нравишься. Так, тогда послушай мой сон. Мне снилось, что я стою на берегу Нила, и вдруг из реки поднялись семь коров, жирных и гладких, и стали пастись в тростниках. Вслед за ними поднялись семь других коров, костлявых, худых и таких безобразных, каких я никогда прежде не видел во всей земле египетской. Тощие безобразные коровы пожрали семь жирных коров, которые вышли первыми, но это не пошло впрок. Они остались такими же безобразными, как и прежде. И тут я проснулся. Потом я видел во сне семь колосьев на одном стебке, полных доброго зерна. Вслед за ними выросли другие семь колосьев, сухие, тощие и опаленные восточным ветром. Тощие колосья проглотили семь полных колосьев. Я рассказал чародеям, но никто не смог дать мне объяснение. Смысл обоих снов фараона один. Семь хороших коров – это 7 лет, и семь хороших колосьев – это 7 лет. Смысл тоже. Семь худых безобразных коров, которые пришли следом – это 7 лет. И семь тощих колосьев, опаленных восточным ветром – это 7 лет голода. А то, что сон фараона повторился дважды, означает то, что Бог твердо определил это и вскоре исполнит свой замысел. Там была вода, 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 там